Итак, всем привет! С вами Алеста. Мы продолжаем играть в Doom 3. Я настройки поправил. Теперь буду играть на маленьком экране. На 10x800 3. Итак, мы оказались на втором уровне. Подземный комплекс Марс Сити. У нас появляются враги. Давайте мы с вами пройдем эту миссию. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Давай, посмотрим радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Значит, тебя направили в заброшенный центр связи. Это вниз по лестницам. А дальше все время прямо и наружу через шлюз. Придется немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями. Они тут работают. Так, итак, мы не убиваем. Они тут работают. Эй! Ты ищешь ученого, да? Не ищи его слишком. Слушай, Скотти, чего ты там пустишься? Я бы ты еще раз уже так. Тогда полки сюда, сам ты сделал. Давайте. Так. 531. Вот, набираем. Во время игры нам шкафы с кодами. Тоже мне техники. У вас вообще хоть что-нибудь работает? Фонарик. Тот новичок, который ищет старый центр связи, до него тебе придется топать по улице, так что не убивай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе. Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять меня. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Господи, спаси! Нет!
Сам я вижу. У нас осталось